Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nityalila Prishtam Vishnupad, Ashtutra Satyamad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guru Vandhi Goswami Maharaj, Bhaktira Kasidhar Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas and Vaishnavis. Прежде всего, я хотел бы преподнести свои смиренные, уважительные поклоны лотосным стопам своих духовных учителей Нитялила Правиштам Вишнупада, Штотара, Шета, Шишимад, Бхактиданти, Шрили Вамани Госвами Махараджа, и также Нитялила Правиштам Вишнупада, Штотара, Шета, Шишимад, Бхактиданти, Шрили Нарайани Госвами Махараджа. Такие же смиренные, уважительные поклоны я хотел бы преподнести лотосным стопам Нитялила Правиштам Вишнупада, Штотара, Шета, Шишимад, Бхактиданти, Свами Махараджу, Гургунди Свами Махараджу, Бхакти Аршакшидар Махараджу, всем старшим вишнавам, вишнам, собравшимся, уважаемым гостям. So continue, I also discuss Srimad Bhagavatam, 10th canto, Uddhava Samvad. Итак, сегодня мы продолжим обсуждать Uddhava Samvad, 10-ю песню Srimad Bhagavatam. That means Uddhava came in Vrindavan and he met with the gopis. Итак, Uddhava пришел в Вриндаван и встретился с гопи. So in previous class, I also explained Uddhava met with the gopis, those who are very near and dearest of Srimati Krishna. В предыдущих лекциях я рассказывал о том, как Uddhava пришел во врач и встретился с самыми дорогими, близкими, возлюбленными Кришны, это гопи. So Uddhava very close to came the place of Visakha Kunda, now that is called Uddhava Kiari. И Uddhava пришел в место
Uddhava in Shakyamuni, который сейчас называется Uddhavakyari. And Uddhava saw one very nice, beautiful, handsome young lady. She is laying on the bed of petals. И он увидел там прекрасную, очаровательную девушку, которая лежит на кровати с лепестком цветов. Her effulgence as like molten gold. И от нее исходило сияние, подобно сияние распаленного золота. She closed her eyes. И она лежала, закрыв глаза. She is alive or left her body, very difficult to give the decision. Тяжело было разобраться, она жива или же покинула тело. Because she felt pain of separation from Krishna. Потому что она находилась в очень глубокой разлуке по Кришне. So much heat coming from her body. Ее тело, температура ее тела очень сильно возросла. That is called the viraha jar. That is called the fever of separation. Это называется вирахача джар или fever of separation. Жар разлуки. Fever of separation. Жар разлуки. For this regard, so much heat coming from her body, so every moment her Sakhi's girlfriend, they also change the petal of the rose in that the bed. И огромный жар исходил из ее тела, поэтому ее подруги Сакхи, они каждую секунду меняли листья цветов. Because the petal of rose completely dry. Потому что эти листья полностью иссыхали. And she is alive or left her body. Who knows? Кто там знает, жива ли она все еще? So Lolita, Visakha, all the Sakhis surrounded her and put some cotton in front of her nose. И Лолита, Вишака и другие Сакхи окружили ее и поднесли к ее носу немного ваты. Any moment, maybe she will give her body. Who knows? Никто не знает, может быть, она в следующую секунду покинет тело. And all the Sakhis of Simut, they are just looking towards Mathura. А другие Сакхи, они смотрят в сторону Мадхур. Only the one hope, if Krishna will come, maybe she will survive her viraha jar. Лишь одна надежда на то, что если Кришна вернется из Мадхуры в Вриндаван, она сможет стерпеть этот жар разлуки. But there are no any kind of medicine except Krishna take darshan. Но нет никакого другого лекарства, кроме как получить даршан Кришны. Uddhav just noticed to that the lady, that the young lady, then Uddhav realized about what kinds of pain in her body. И Удава, как только увидел юную девушку, он тотчас осознал, какая же према живет в ее сердце. I told Uddhav, he knows all the shastra, shastra gyan, knowledge of the scriptures. Я говорил о том, что Удава, он знает все шастры, это ходящая энциклопедия. But he has no realization about these types of prema manifested one's heart. Но он не обладал реализацией, что существует такой вид премы. At a time, eight kinds of ecstatic mood manifested in her heart. Это такое проявление премы, когда все восемь признаков экстатических признаков любви проявляются на теле. Romancha, compassion, vaivarna, sed, comfort, and all these eight ecstatic mood manifested in her at a time. Romancha, compassion, и все остальные, все восемь признаков проявляются одновременно. Romancha means hair stands in end. Romancha означает, что волосы на теле стали дымом. And simultaneously, so much sweat coming from her body. И по телу катятся капли пота. And her complexion body or some part sometimes also are changed. Иной раз даже цвет тела меняется. So much tears rolling down from her eyes. Также слезы льются потоком из глаз. So in this way, eight kinds of ecstatic symptoms at a time manifested in her heart. И так одновременно в сердце проявляются все восемь видов экстатических эмоций. Наше писание объясняет. At a time,
8 kinds of istasic mood manifested one's heart, he cannot alight in this material world. Писание, наше писание объясняет, что если все 8 симптомов эстетических эмоций проявляются в сердце, то невозможно выжить в этом теле. Dhumai jalita dipto dipto suddipto mahabhav. Вот в ее теле все эти перечисленные признаки эмоций. Yeah, how possible at a time all kinds of ecstatic mood manifest in his heart and she is still alive? Да, подумал, как же все 8 эстетических эмоций проявляются одновременно в теле, она все еще жива. So now come in this way. Таким образом, Uddhava came and saw this blurry. Then Uddhava realized. Когда Uddhava пришел, what kinds of prem in the heart, towards in her heart. Когда Удава пришел и увидел такое проявление эмоций на ее теле, он осознал, что за любовь живет в ее сердце. So Udhava paid obeisances to her. И Удава предложил ей свои поклоны. And also sit down little bit far from her. И сел немножко поодаль от нее. Gopis gave the asana, but Uddhava did not sit on their asana, and he also paid the obeisances about their sit asana. Gopini предложили ему асану, но Uddhava отказался принять и предложил асану поклон. In the meantime, that young lady, Kachit Gopa Dhyanti Krishna Sangamam, yes, Shukdev Goswami Pad, he did not utter the name of their lady. Just you see the Kachit. Kachit means that lady, that means Srimati Radhika. And she felt the pang of separation from Krishna. И Шукадева Госвами Пад напрямую не говорит имя, он говорит, он объясняет это, что это девушка, не идущая мать Радика. And Dhyanti Krishna Sangamam. In his meditation, she is also meeting with Krishna. Она в своей медитации в это время встречает Кришну. In her mind, meditation, she is meditate to Krishna. В своем уме она постоянно медитирует на Кришну. On her meditation coming, oh Krishna, now he is in Mathura. И она размышляет, Кришна сейчас в Матхуре. And he is meeting with many young girls in Mathura. И он встречается со многими молодыми юными девушками в Матхуре. Just this meditation coming in her mind. Такие мысли, такая медитация в ее уме. Then she become very angry. И тогда она очень злится. Okay. So Srimati Radhika offering this meditation coming, Krishna now in Mathura, and he is meeting with many ladies in Mathura. И так Srimati Radhika в то время медитирует, как Кришна находится в Матхуре со многими девушками. And same time Uddhava has come very close to Srimati Radhika and paid her obeisances, he paid his obeisances to lotus feet of Srimati Radhika. А в этот момент приходит Удава и предлагает ее лотосным стопам свои поклоны. Удава is thinking, I have to take dust for dust from the Srimati Radhika. Удава, он подумал, я хочу взять пыль с ее лотосных стоп. Because Srimati Radhika is very near dear to Srimati Radhika, Krishna. Потому что Шримати Радика очень дорогая и близка к Кришне. Not only this, also these types of prem manifested one's heart. Then how possible? Na bhuto na bhavishyati, in this material not possible. In future, present, past, not possible. Более того, он думал, как же возможно, ни в прошлом, ни теперь, ни в будущем никогда не проявится больше таких эмоций ни у кого. Just Uddhava in his mind thinking, I have to take for dust from в самом уме Удава думал, я хочу взять пыль с его лотосных стоп. Удава, I told, he is very Mahagyani. He is the embodiment of knowledge, Gyana. Я объяснял, что Удава это Mahagyani, это олицетворение знания. Now Удава, just his mind is thinking, I have to take dust from the lotus feet of Srimati Radhika, then my life will be successful. И Удава думал следующим образом, что если я получу пыль с лотосных стоп, тогда моя жизнь будет успешна. Same time, by Jogmaya, one black bee humming lotus feet of Srimati Radhika.
Одновременно Ягамая строила так, что один черный шмель кружил над ее лотосными стопами. And tried to sit the lotus feet of Srimati Radhika. И пытался сесть на ее лотосный стоп. Because Srimati Radhika's feet as like lotus, very nice, beautiful bosom and lotus. Потому что стопы Шримати Радхики подобно прекрасному цветущему лотосу. Though all the gopis in Vrindavan, that is called Padmagandha. Padmagandha means sweet fragrance coming from their body as like lotus. Несмотря на то, что все гопи, из всех гопи, из их тела исходит прекрасный аромат из их тела. We cannot imagine what kinds of sweet fragrance are coming from the bodies of gopis. Мы даже не можем представить, какой сладостный аромат исходит из тела гопи. So in this, for this regard, our scriptures explain all the gopis, that's called Padmagandha. Поэтому Писание объясняет, что все гопи являются Падмаганда. Падмаганда, Бапуриджаша. All their bodies, their bodies as like sweet, a fragrance of sweet lotus. Из их тел исходит очень сладостный аромат. So for this regard, their blood be thinking this is very nice, beautiful blossom, lotus. I have to sit the feet of Srimati Radhika. И этот шмель, он думал, что эти стопы, они подобны прекрасному лотосу, на который он хотел приземлиться. In the meantime, Srimati Radhika, with her transcendental vision, and bhava netra. В это же время Srimati Radhika в своем трансцендентном видении. Srimati Radhika is thinking, oh, Krishna, hidden away, he is meeting with the other ladies in Mathura. Она подумала, что Кришна скрытым образом встречается с другими девушками в Матхуре. But anyhow, I realized for this regard, and I did man. Так или иначе, я осознал это, поэтому я проявила ман. So Krishna sent his one messenger to pacify my man, anger. И Кришна послал одного посланника, чтобы успокоить меня. That is called, that messenger has come, Mathura, to Vrindavan. Этот посланник, он прилетел из Матхуры во Вриндаван. And his messenger, that means Krishna's messenger, first how to express his etiquette. И первонаперво этот посланник, он выразил этикет, должный этикет. According to the Vedic culture, if you go somewhere, how to act your etiquette. В соответствии с ведической культурой, если вы куда-то отправляетесь, нужно знать, как себя вести. First you pay your obeisances. Сперва нужно предложить поклоны. This is the activities of the messenger. То есть так должны поступать посланники. For the same times, Uddhav just is thinking, I am messenger, ambassador of Mathura. Krishna sent me. Uddhava как раз думал, я являюсь посланником из Матхуры. To pacify Srimati Radhika's man and separation. Чтобы успокоить гнев Шримати Радхики и ее разлуку. Let me try to explain this in four kinds of separation and four kinds of meeting also. Существует четыре вида разлуки и четыре вида встреч. That's called Purvarag, Man, Pravas and Premavaichitta. Гурварага, ман, правас и пурва вычитта. Према вычитта. Према вычитта. So now this is the Purvarag, Purvarag, ман. So this is called the one kinds of ман. That is called the separation, пираха. Итак, Пурварага и ман это один из видов разлуки. Purvarag. This is the one kind of ман. In the separation. Извиняюсь, это один вид ман, один вид гнева в разлуке. So now Srimati Radhika said in man. Итак, Srimati Radhika проявила ман. If the beloved doing some wrong, then lover become very angry. Если возлюбленный что-то делает не так, тогда возлюбленный очень злится. Then have to give punishment. Нужно наказать. Then chastisement. Отругать. He should not do this. Не должен делать. If you do this again, then I will kick out. Потому что если ты еще раз так сделаешь, я просто выключу. Chastisement. Очень жестоко. So in the same way, Krishna is thinking,
you, I committed some offense because hiddenly I met with others, ladies in Mathura and Srimati Radhika, she realized my offenses of wrath. И так Кришна размышлял. Я скрытым образом встречаюсь с другими девушками в Матхуре. Должно быть, Шримати Радика она осознала это. But anyhow, проявила ман, ревнивый гнев. Шримати Радика, she is my incomparable love with her. Но так или иначе, моя любовь к Шримати Радике не может сравниться ни с какой другой. So I have to pacify to Srimati Radika's man anger. Поэтому я должен как-то усмирить, успокоить ман Шримати Радики. So how to do? Как же это сделать? So I had to send one messenger or ambassador to Mathura to Vrindavan. Я должен послать посланника или амбассадора из Матхуры во Вриндаван. Okay. If I go direct, maybe she will not allow to me listen my any and prayers. Если я сам напрямую отправлюсь, она может и не слушать мои молитвы. So first, my ambassador or messenger should go and compromise to her. Поэтому сперва должен отправиться мой посланник, амбассадор, и попытаться разрешить дилемму. As like in the battlefield of Kurukshetra. Как на поле боя Курукшетра. Krishna came in Hastinapur as like ambassador of the Pandavas. Кришна пришел в Хастинапур, как выступив как посланник Пандавов. In the same way, Krishna is thinking. Таким же образом думал Кришна. Now Uddhava is my messenger, ambassador. Удава, теперь мой посланник. So Uddhava have to go. Поэтому он должен отправиться. And compromise. Пытаться разрешить. Успокоить Шримати Радику. Then again I will go and pacify to her man. Тогда уже смогу я отправиться и развеять ее ман. If the big fire, not so easy to control the fire. Если разгорелся огромный пожар, не так все легко им управлять. If the forest fire, if you have the fire, если лес загорелся, not so easy to control the fire. Не так-то просто контролировать этот огонь. So in the same way, in Braj, especially gopis, they are a fire and anger of fire, bir and krodhagni, the fire of anger everywhere. Аналогичным образом повсюду во Вриндаване гопи не находятся в злом мане. Not so easy to control this fire. Не очень-то просто управлять этим пожаром в их сердце. Basically, as like volcano, you know, volcano. Этот гнев, который находится в их сердце, подобен извергающемуся вулкану. You understand? Lava is coming from the mountain. Лава начинает исходить из глубины. Who can control that fire? Кто может совладать с таким огнем? Little fire? Небольшой forest fire may be controlled. Может быть, если небольшой участок леса загорелся, можно как-то управиться. If the fire in the forest, then you cut the trees some round, then fire maybe will stop. Например, загорелся лес, то можно в округе вырубить деревья, может быть, он остановится. If the fire is coming from the mountain, volcano. Если огонь исходит из вулкана, он извергает. No one can control this thing. Никто не может этим управлять. Hundred years that the fire is coming. Сотни лет. And lava is coming. Будет извергать лаву. Understand this? Понимаете? So in the same way, Srimati Radhika now is very angry with me. Итак, Шримати Радика очень сильно разгневалась на меня. Because I am offender of Radhi. Потому что я оскорбитель аппарата. But what will do now? Что же мне теперь делать? So Krishna sent his ambassador Uddhava has come. Поэтому Кришна послал своего посланника, амбассадора Удхаву. At same time, Jogmaya, the one black bee, she is humming in the lotus feet of Srimati Radhika, try to sit on the lotus. И одновременно Йога Майя строила так, что один шмель кружит над лотосными стопами Шримати Радики и пытается сесть на них. Actually, our Acharya said, who is that the bumblebee humming the lotus feet of Srimati Radhika try to sit? И наши Ачарьи не объясняют, кто же на самом деле этот черный шмель, который кружит вокруг и пытается сесть на лотосные стопы.
Actually, Krishna himself, he has come Mathura to Vrindavan in the form of the bumblebee. На самом деле сам Кришна в форме черного шмеля прилетел из Мадхуры во Вриндаван. And Krishna knows, is my in my Krishna form. If I go, Srimati Radhika will not allow to me to listen my any words. Кришна знает, что если он придет в своей изначальной форме Кришны, Шримати Радика не будет слушать никаких его слов. If I go in the form of my bumblebee, then maybe some things and pacified or listen her some complain. Если я приму форму черного шмеля, то может быть я смогу ее хотя бы выслушать. Because this is a realm of prem, very difficult to understand. В обители према это очень тяжело понять, что там происходит. Because everything can understand, if you have some realization, something you can understand. Что-то можно понять, если обладать хотя бы какой-то реализацией. In this material world, actually not the real prem. Потому что, например, в материальном мире нет настоящей премы. Okay. So how possible understand the love prem? Как же тогда понять прему, любовь? We are using this love, but that love is not perfect love in this material. Nothing. Мы используем это слово любовь, но на самом деле оно не совершенно. That in this material, that love is called the perverted reflection of Golok Vrindavan. Любовь в материальном мире это искаженное отражение любви на Голоке Вриндаване. Completely her upside down. Полное отражение. Perfect love in Golok Vrindavan. This is true. Совершенная любовь есть только на Голоке Вриндаване. In this material you love your friends. В этом материальном мире making many types of relationship, love and affection, this is true. Создаете многие, завязываете многие отношения на основе любви but и привязанности. These types of love that are poverty reflection of transcendental world, Golok Vriндаван. Но эта любовь на самом деле является искаженным отражением любви на Голоке Вриндаване. So yesterday I told Jano jammu nadoham him niluke na hoy. In this material are not possible. Вчера объяснял, что в материальном мире такая любовь невозможна. Yesterday I told jammu nadoham one kinds of very valuable gold manifested in the top of the Himalayas. Вчера я рассказывал о том, как один вид драгоценного золота проявляется на вершине Гималая. And that gold not possible to come in this material world. Это золото, оно никогда не пребывает в этом материальном мире. Шала Шаста Чайтана Чайтан Кришнадас Кавирадж Гусами explained. Чайтан Чайтан Ти Кришнадас Кавирадж Гусами Пад объясняет. In the top of the Himalayas, there is one river is flowing. Что на вершине Гималая течет одна река. On the bank of the river, there is one jamun tree, berries tree. И на берегу реки растет одно дерево. Blackberries. When the blackberries ripen, falling down on the bank of the river, then transfer and one kind of gold. И на этом дереве созревают черные ягоды. Когда они черные ягоды опадают на берег этой реки, они превращаются в золото. And that gold is very expensive and very beautiful and attractive. И это золото очень прекрасное и дорогое. Then again, the demigoddess, they are coming from heavenly planet and taking their gold and return back to heavenly planet. Тогда полубоги, полубогини спускаются с высших планет, забирают его и возвращаются назад в свою обитель. And that gold not possible come in this material, in this material world. Поэтому это золото никогда не остается в материальном мире. In the same way, transcendental world, the prem, love, not manifest in this material world. Аналогичным образом, любовь, которая находится в трансцендентном мире, никогда не проявляется здесь в материальном мире. That when prem manifested and love manifested one's heart, what kinds of realization, what kind of activity will manifest? Who can explain? Кто может на самом деле объяснить, описать деятельность как той личности в сердце, которая проявляется в трансцендентной божественной любовью? There are many kinds of mood will manifest in your heart. Очень множество различных настроений и особое настроение проявляется в сердце. Sometimes become very angry. Иногда начинаете очень гневаться. Very difficult to understand this. Тяжело на самом деле понять. So now coming in this way, Srimati Radhika, she thinking, oh, Krishna sent his one messenger to pacify my anger.
И так Шримати Радика догадалась. Она подумала, должно быть, Кришна послал посланника, чтобы развеять мой ман, мой гнев. Just Uddhav sitting. Рядом сидит. Little close to Srimati Radhika. Uddhava подсел чуть поближе к Шримати Радике. At same time the black bee humming around Srimati Radhika's lotus feet and try to sit on the lotus feet of Srimati Radhika. И одновременно над стопами Шримати Радики кружит черный шмель и пытается сесть на них. Then Srimati Radhika she become very angry. Шримати Радика еще сильнее разгневалась. Srimati Radhika she quoted one verse now. И она процитировала одну шлоку. Madhupakita pavandho ma visranghi shapatna Pucha bilolita mala kumkuna susruhirna Bahato madhupati madhupati tanmaninam prasadatam Jadu sadasi vidambanam jasva durastamadrik Madhupakita pavandho Srimati Radhika she told Hey Madhupa Madhupa means? Two means Мати Радика сказала, Мадхупал. И это слово Мадхупал имеет два значения. Первое, черный шмель. Or Madhup Pivati iti Madhupa. One who drinks the honey, that's called Madhupa. Или второе значение, тот, кто пьет мед. First meaning is coming. Hey, black bee, don't touch my lotus feet. Первое значение, о, черный шмель. This word is Sanskrit word saying, Ma Pisrangri. And don't touch my lotus feet. На санскрите это означает не дотрагивайся до моих лотосных стоп. Then black bee told, why not? Тогда черный шмель ответил, а почему нет? I have right. У меня есть полное право. To touch your lotus feet. Дотронуться до твоих лотосных стоп. Because I am the messenger. Потому что я посланник. I am the ambassador of Krishna. Я посланник Кришны. So this is my right. Поэтому у меня есть это право. Because I told. Сказал, this is etiquette of ambassador. Таков этикет посланника. So I am ambassador, I am messenger. So I have right to touch your lotus feet. А я являюсь посланником, поэтому я обладаю этим правом дотронуться до твоих лотосных стоп. Then Srimati Radhika she told stupid nonsense. Да, Srimati Radhika ответила, ах, ты негодяй. Китопа бандху. You are the friends of big cheater. Ты друг этого большого обманщика. Китап means? Читер. Обманщик. Читер. You are the friends of cheater. So you are cheater. Ты друг этого обманщика, поэтому ты тоже обманщик. A person will be known according his company. Человека можно распознать в соответствии с его общением. Yeah, how his person? Кто он такой? Thief's company is your thief. Вор всегда кружится в компании. Садус компани? Садус. Садус всегда находится в окружении саду. Видно? Саду always lives with the sadhu. Саду не всегда живут вместе с саду. А thief? А вор? They also, they are associated also thief. Они всегда общаются с другими ворами, бандитами. This is the nature. Everybody want to stay with his own flocks, own groups. Такова природа. Каждый хочет находиться в своем окружении, в своей группе. So in the same way your friend. Итак, твой друг. He is big cheater. So this is Китапа Бандху. Он большой, большой обманщик. Big cheater. Огромный обманщик. So don't touch my feet. Поэтому не смей дотрагиваться до моих лотосных стоп. Then again, black beetle. Hey, Swamini Srimati Radhika. И тогда черный шмель ответил, о, Свамини Шримати Радика. Why you blame my friend Krishna? Почему ты cheater? Почему ты обвиняешь моего друга Кришну, что он обманщик? He is very simple person. Он на самом деле очень простой. Very soft hearted. У него очень мягкое сердце. He has no any faults. И у него нет никаких недостатков. No one can also compare with him how he is a beautiful person. И никого, с его красотой невозможно сравнить никого. Why did you say he is big cheater? Почему ты говоришь, что он обманщик? What is his fault? В чем его недостаток? Then Srimati Radhika she told. Дальше мать Радика ответила. Are you stupid nonsense? Ах ты глупый негодяй. Rascal. Обманщик, негодяй. Get out here. Вон отсюда.
I don't want to listen to your any words and the glorification of your friends. Не хочу слышать ни одного слова о твоем друге и ни одного слова в его прославлении. How many years you are associated with your friends? Сколько времени ты уже общаешься со своим другом? Tell to me. Скажи мне. How many years? Как долго? I associate with him from my birth. А я общаюсь с ним с своего рождения. So that means you don't know better than me. Поэтому ты не можешь знать его лучше, okay? Чем его знаю я. One baby told her mom. Один ребенок сказал своей маме. Mom, I went in your father's house. Мам, я был у дома у твоего папы. And I saw very nice, beautiful trees, very beautiful pond, and glorifies this thing. И он стал прославлять такие прекрасные там пруды, деревья, трава и так далее. Then mom laughed and joked. Тогда мама начала смеяться и шутить. Are baby, I was born in my father's house. Детенок, я же родилась в доме своего отца. How possible glorifies my father's house? How beauty, how beautiful things. Как же ты можешь прославить красоту дома моего отца? You are a small baby now, because I was born that place. So how possible you can glorify more than my father's house? Ты еще маленький мальчик, как же ты можешь прославить дом, в котором я родилась? But you are babies. No, so you are speaking very sweet words, so I am listening. But you cannot glorify my father's house beautiful thing more than me. Я слушаю тебя, потому что ты мой маленький ребенок и очень сладкими речами прославляешь дом моего отца. So in the same way, Srimati Radhika she told. Аналогичным образом. Are you lucky to be nonsense rascal? Эх, ты глупенький негодяй. You glorify your friends. Ты прославляешь таким образом своего друга, да? Why? Почему ты так делаешь? Yeah? It was very nice, beautiful, flattering words. Почему ты используешь эти сладостные, обманчивые слова? Because I become very angry, so you have come and very nicely you also trained from him. I understood. Потому что я разгневался на него, а ты прошел обучение и теперь пришел ко мне, да? Your friend, that blackest person. Это твой друг, черный обманщик. Srimati Radhika did not utter the name of Krishna. But he said, that blackest person. Мать Радика ни разу не произнесла имя Кришны. Он использовал слово «черный обманщик». Он послал тебя here, сюда. And gave very nicely training to you. И тебя очень прекрасно обучил. He a big cheater. На самом деле он огромный обманщик. Terrorist people, they are many years training. Then they come in other country, they also bombing and doing other things. Then not one day just coming, not doing anything. There many years also getting the train. Террористы, они много лет обучаются и потом приезжают в другую страну и устраивают теракт. Mm-hmm. Они не делают это за один или два дня. In the same way, Srimati Radhika she told. Таким же образом Srimati Radhika сказала. I know that blackest person. Этого черного обманщика. So much give train to you. Он так хорошо тебя обучился ему. So you are completely trained and you nicely and you try to speak. And to glorify you. Ты обучен в совершенстве, поэтому ты пришел сюда и прославляешь его. And using very sweet, flattering words. Используешь очень хитрые, обманчивые слова. Poetical words. Поэтичным разговором. My friends, very soft-hearted. Мой друг, очень такой мягкий. No any spot in our heart. И даже нет черной точки. Нет ни одного пятна на его теле. Пакка брахмачари. Я пакка брахмачари, совершенно брахмачари. You are saying this. Ты так говоришь, да? And your friend is completely. You told my friend, and your friend completely one-pointed with me. И ты говоришь, что твой друг это направлен на меня? Are you get out here? Проваливай вон отсюда. Get out here! I don't want to see your face again. Убирайся вон отсюда! Не хочу видеть твоего лица больше. Then black bee and what is called flying and then flew away. Тогда черный шмель покружил и улетел. Then Srimati Radhika was thinking. Srimati Radhika думала. Oh, anyhow. Ну, так или some person came in my place. Ко мне. Anyhow, he has come from my beloved Krishna. Ну, так или иначе, его послал мой возлюбленный Кришна. But I did not give proper respect. Но я не оказал ему должный почет. I have to give some proper respect.
я должна оказать должный почет. But I used harsh words. Но я его сильно отругал. And I did not give asan. Я не предложил ему асан. I did not tell any etiquette words. И я не следовал вообще никакому этикету. Oh, I become very angry. Я просто сильно разгневался. This is my fault. Это на самом деле моя ошибка. Then, just Srimati Radhika is thinking. In the meantime, again black bee also are humming and coming very close to Srimati Radhika's lotus feet. Только она начала думать об этом, как черный шмель вернулся и стал опять кружить над ее стопами. And again black bee also tried to sit the lotus feet of Srimati Radhika. И вновь он приблизился к ее лотосным стопам, в попытках сесть на них. Eh? Because this is the nature of the black bee. Такова природа черных шмелей. Eh? Они humming. Они жужжат, кружат вокруг. Around the flowers and again going back somewhere and again return back. Они пожужжат. And try to sit, collect honey or not, and again flying away. This is the nature of the black bee. Going, coming, going, coming, going. Такова природа черных шмелей. Они подлетают к цветку, начинают жужжать, кружить над ним, потом якобы улетают, вновь возвращаются, якобы садятся, вроде бы какой-то хотят нектар собрать, вновь опять улетают. Spring season coming, when the flowers blossom, you can see the black bees also are, honeybee black bees are coming and try to collect the honey. Итак, у вас на дворе весна, и сейчас начнут распускаться цветы, и вы заметите, как начнут пчелы и черные шмели кружить над ними. Some types of black bees, they are not collect the honey. Есть вид шмелей, которые не собирают мед, не собирают пыльцу. Their duty is what? Just making the sound. Их долг просто жужжать. Little bit collect the honey, eat it, and then flying one flower to another flower to whole day going this way. Чуть-чуть они сами съели пыльцу, чтобы сами наесться, и стали и летают от цветка к цветку и жужжат над ним. Gurudev told, sometimes so disciple this way. Шрила Гурудев рассказывал, есть такие ученики. Taking the japamala in hand. Они берут джапамалу. One round not chanting. Даже круга не повторив. Yeah? Just the beat by chanting. Hare Krishna, Hare Krishna. Hey, what you are doing? Hare Krishna, Hare Krishna. А ты что делаешь? And start to gossiping. Начинают сразу пустословствовать. Then going to another devotee. Они не повторив круга, отправляются к другому преданному. Hey, what you are doing? Hare Krishna. А ты что делаешь? Hare Krishna, Hare Krishna. So in the morning to evening, he did not chant one round. И с утра до вечера он даже круга не успевает повторить. One round he did not chant. Just he is going to one place, another brahmachari, another and gossiping. Okay? Просто ходит от брамачари к брамачари, начинает заговаривать, пустую тратит время. And they are called Ali. Называют Ali. Ali means like black bee or Ali, они подобны таким черным шмелям. They are not doing bhajan sadhan, nothing. Они не совершают. Only whole day gossiping, just holding the japamala. Hare Krishna, not Hare Krishna. Весь день они пустословствуют, якобы повторяя Hare Krishna и сплетничают. So now can this Srimati Radhika? Итак, Srimati Radhika. Thinking anyhow. Она подумала, ну так или иначе. One messenger came from Mathura and he is very nearest, dearest of Krishna, my beloved Krishna. Один посланник пришел из Мадхуры, очень дорог и близок моему возлюбленному Кришне. I did not give any respect or show my any etiquette. Но я не оказал должного почета и не поступил ни у вас, ни правильно по этикету. Then Srimati Radhika just she upset and repented her attitude. Она стала расстроилась, стала немножко расстраиваться. Then in the meantime, same blood be coming and start to humming. Тот же черный шмель прилетел и стал жужжать на ее стопами. When come then, again Srimati Radhika become very angry. Только она его увидела, вновь она сильно на него разгневалась. Hey, Punaragato! Again you have come here! Аре, черный, ты вновь прилетел сюда? Get out here! Проваливай вон отсюда. Why have you come here? Ты почему опять вернулся? Madhupa. Your name is called Madhupa. Твое имя Madhupa. There are two meanings in Madhupa. One who drinks the honey, that is called Madhupa. Есть два значения. Madhupa, тот, кто пьет медовый нектар. And another Madhupa, they mean one who meets the gopis divine love. That is called Madhupa. И тот, кто встречает божественную любовь гопи. Китаба бандху. He was big cheater of the friends of black bees, Krishna.
Ах, ты большой мальчик этого черного Кришны. Mahapisrangi. Again, don't touch my feet. Не смей дотрагиваться снова до моих стоп. Then Black Beetle, why not? Шмельно сказал, ну почему же нет? I am messenger. Я посланник. I have to write to touch your Lotus feet. У меня есть на это право. Then Srimati Radhika, she told. Тогда Шримати Радика сказала. This is true. Это правда. You have right to touch my Lotus feet. У тебя есть на это право дотронуться до моих лотосных стоп. But you are impure. Но ты оскверненный. And avavitra. А павитра. And stupid nonsense. Глупый негодяй. Your body contaminated. Твое тело осквернено. So how possible touch my fresh and pure lotus feet? Как ты можешь дотронуться до моих чистых, свежих лотосных стоп? Then Black Beetle, he summoned Srimati Radhika. Я черный смерть сказал, о, с вами и Шримати Радхика. Why you blame to me? Почему ты обвиняешь меня? I am black me. Я черный шмель. I am always drinking the sweet nectar, honey from the flowers. Я постоянно пью сладостный нектар с цветов. I never sit in other place. И я никогда не приземляюсь ни в каком другом месте. And, you know, flies can sit everywhere. Мухи, вы сами знаете, они могут сесть куда угодно. Where the meekles fly can sit. Микл, да? А, то есть, где слюни, да, какие-то есть. And even though where the... Кто-то насморк, сморкался. Where the honey also fly can sit. Она может сесть и на мёд. Sweet seed, sweet also fly can sit. Она может сесть и на какие-то семена. Even though where the stool, fly can sit. Муха может сесть даже там, где есть прочь. Fly cannot discriminate what is good and what is bad. Can sit everywhere. Муха, она не понимает. Где есть что? Можешь сесть куда угодно. But black bees, но черные шмели, they only sit on the sweet lotus. Они садятся только на цветущие лотосы. Black bee will never sit on the bad things, as like mickle, stool or other things. Они никогда не сядут на там, где сморкались или плевались или без испражнения. So black bee told. И поэтому черный шмель сказал. I am pure. Я чист на самом деле. And only I sit on the very nice, beautiful blossom lotus. Я сажусь только на прекрасные цветущие лотосы. So what did you say? And blame to me? I am impure? Почему ты так говоришь, обвиняешь меня, что я оскверненный? Then Srimati Radhika, she told, are you stupid nonsense? Look. Your face. Как глупый негодяй, посмотри на свое лицо. You look your face. Ты посмотри на себя. Stupid nonsense. Глупец. Then Black Beetle, hey Srimati Radhika, why are you angry with me? Черный шмель сказал, о, Srimati Radhika, ты почему? Are you first to tell me what is my fault? Ты сперва укажи мне на мой недостаток, в чем моя ошибка? That time Srimati Radhika, stupid nonsense, you drank so much alcohol. Srimati Radhika говорит, да ты глупый, ты напился алкоголя. Then Black Beetle thinking, impossible, I'm holding my ears. In my life, I never drink alcohol. I never go to the alcohol and so. Черный шмель ухватился за смочки ушей и сказал, да это невозможно, в жизни я не видел алкоголя и не приближался к магазину. And in my dream, I never also thinking I drink that one drop of alcohol. Даже во сне я не мечтал о том, чтобы хотя бы каплю попробовать алкоголя. No smoking? Я в жизни не курил. Never also take the what is called pan, ganja, pan, ganja, never. Никогда не принимал ни ганджу, даже пан не принимал. Are you told me I am impure? А ты говоришь мне, что я осквернен? From my birth. Да со своего рождения. Always I drinking the sweet and honey from the lotus. Я пью только сладостный нектар лотоса. Are you told I am impure? Ты говоришь, что я оскверненный? Yes, mother, don't tell this. О, пожалуйста, Шримати Радхика, не говори больше так. You are my mistress. Ты моя госпожа. You have right to speak anything. This is true. You can speak anything. Ты обладаешь правом говорить все, что угодно. But I humbly tell you. Но я смиренно прошу тебя. Don't you blame to me. Не обвиняй меня. Yeah, I drink alcohol. Что я напился алкоголем. Then Srimati Radhika told, are you stupid nonsense rascal? Да Шримати говорит, ах ты глупый негодяй. What I used to you? Какими же словами? Что за слова я использовал? If the stupid person, если глупец, use any words he cannot understand. Говорит какие-то слова, он не понимает, о чем говорит. In Sanskrit proverb saying, pusurena lograt. В
санскритская поговорка гласит. How to control the stupid nonsense cows with a stick? Как управлять глупыми коровами с помощью палки? Because cows, animals, they have no knowledge. Потому что коровы, животные, у них нет знания. So what can, what words I tell to you, do you understand? Поэтому какие слова я могу тебе сказать, чтобы ты понял это? I'm saying, is it true? То, что я говорю, это правда. You drank alcohol. Ты напился алкоголя. My God. О боже мой. I drank alcohol. Я напился алкоголя. Srimati Radhika told Hari, if you did not drink alcohol, why your head is spinning? Srimati Radhika, ну хорошо, но если ты не напился алкоголя, почему у тебя голова кружится? Not little bit drank alcohol, you may drink how much? Ты не чуть-чуть напил, ты столько напился, что я даже не могу представить. If you drink alcohol too much, LSD, then your head starts spinning. LSD, или напейте с алкоголя, у вас будет голова кружиться просто. If you little bit drink alcohol, maybe you can walk. Если чуть-чуть выпить, может быть, можете идти. It was like some gentleman. Как современные джентльмены. But still, bad smell coming from your mouth. Но все равно плохой запах исходит изо рта. But you drank not only lot of alcohol and already high speed. Но ты не чуть-чуть выпил, ты столько напился, да еще и так быстро все это поглотил. That is called LSD. Very strong. Очень могущественный алкоголь. Stupid nonsense. For this regard, your head is spinning. Именно поэтому твоя голова кружится. You have seen when the black bees are flying, you can see the head are spinning there. Можно видеть, когда черный шмель летит, его голова так кружится. You notice this thing. This natural. Заметьте, это их природа. Have you seen black bees? When black bees are flying, then the head also spinning. Когда он летит, его голова are making sound. Ходит ходуном. И жужжит постоянно. In the same way, if anybody drank the alcohol, high level alcohol, так, если кто-то напьется очень высоко, он вообще не понимает, не различает, что говорит, будто бубнит, как член. Walking to even then falling down. Джагай Мадхай. Два-три шага сделает и падает, как Джагай Мадхай. Арьоне, Джаг! Тебя как зовут? Джагай. For this regard, I told this is true. Именно поэтому я так говорю, это правда. Then Black Bee told his Swamini, no. Черный шпень сказал Швамини, госпожа. This is my from my birth. Это принадлежит мне с моего рождения. This is nature. When we are flying, our head automatically start to spin. Такова наша природа. Мы как только начинаем лететь, у нас кружится голова. This is my from my birth. Это у меня с самого рождения. Что я могу поделать? From my birth, hand start to say, what to do? С самого рождения. Go to the doctor, but this is also your. What is it? Доктору что он скажет? Это у вас рождение. No, you coming from the dynasty of the parents. Или это родовая болезнь какая-то? Трясется рука, например, или что-то такое. What to do? Что с этим поделать? No medicine. Нет лекарства против этого. Take medicine, not working. Принимаете лекарства? Because this is called the birth of dynasty. Потому что это родовая болезнь. So the black bee told. Итак, черный шмидт сказал. We are bamboo bee. So this is our nature. When you are flying, then automatically our head start to spinning and making the sound. Какова наша природа, когда мы летим, мы кружим головой и жужжим. Then Srimati Radhika said, okay. You are very expert, trained from your friends. So giving answer to me. Твои друзья тебя очень хорошо обучили, как отвечать на мои вопросы. Are you stupid? You are come here to pacify to me. А глупец, ты же на самом деле прилетел успокаивать меня. That means you are my, you are messenger. Это означает, что ты посланник. Solicitor. Миротворец. Stupid nonsense. How to act the role of solicitor? Or messenger? You have no idea. Ты даже не представляешь, как нужно играть роль миротворца или посланника. Get out here. Проваливай вон отсюда. If I see your face again, I will become very angry. Если я увижу еще раз твое лицо, я сильно разгневаюсь. Get out here. Пошел вон. You tried to prove? Попыт...
You and your friend complete the first and person. Complete the stupid nonsense nasty person. Ты пытаешься доказать, что ты и твой друг являетесь благочестивыми, чистыми людьми. Get out here! I'm not going! Вали вон отсюда, не хочу видеть тебя. Then black bee again. И черный шмель покружил и улетел. Then again, Simati Radhika is thinking. Ну, Шимати Радика задумалась. Okay? Because love is this way. Love is not again remembering. Same words, again remembering. Такова природа любви. Даже если вы разгневались, вы вновь начинаете памятовать о нем. In this material, no love, so we can forget. Так как в материальном мире нет любви, вы можете просто забыть его. Understand? Понимаете? Once one mother, say, or the lady, she told me, mother, they told Maharaj, tell to me. Однажды одна дяди сказала мне, in this material world, we are using the words the friend with X. Friend? With our friend, we use the word X. Мы используем слово